Телеканал «Донбасс». Троих мариупольских милиционеров ранили охотничьим ножом. Напал на правоохранителей 37-летний ранее судимый мужчина. Разыскивали его за грабеж. У одного из следователей повреждено бедро, у других резаны раны рук. Несмотря на травмы, милиционеры все-таки задержали преступника. У него обнаружили пакет с медицинскими шприцами. Правоохранители не исключают, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Большой охотничий нож, который он прятал в рукаве. И как после выяснилось, как бы данный гражданин данное оружие носил с собой во избежание задержания его работниками милиции. Он длительное время употребляет наркотические средства. Не исключено, что в момент совершения уголовного правонарушения он находился в состоянии наркотического опьянения.